Всем привет! Давай приготовим вместе шарлотку с карамелизированными яблочками. Взобьем 3 яйца и 100 грамм сахара. Когда мы взбили яйца с сахаром до достаточно плотной белой массы, масса должна увеличиться примерно в 3 раза. Мы добавляем муку с разрыхлителем, заранее просеянную. И на низких оборотах взбиваем вместе с яичной массой. Форму мы смазываем сливочным маслом. Сначала вылью тесто. Теперь добавляем наши карамелизированные яблочки. Вот такой красавец у нас получился. Я пирог перевернула, можно было его не переворачивать. А теперь можно заваривать кофе и наслаждаться.